Когда девушки собираются больше одной, тем для интересных разговоров возникает море. Такие посиделки в клубном формате традиционно собирает харизматичная и эпатажная ведущая Матильда. И эти встречи называются «девчат». В таком веселом настроении поговорили и о серьезных вещах, в частности, о женской логике. Сегодня традиционная встреча в клубе девчат в ресторане «Танцор Диско». Как всегда, мы с девчонками собираемся посплетничать, обсудить последние новости, показать себе наконец-то в каком-то красивом платье в новом образе. Хороший повод вновь. Как говорит Эвелина Хромченко, если есть красивое платье, его надо срочно выгуливать. Вот он повод. Мне очень нравится, что можно с подружками пообщаться, с кем-то программу посмотреть, с кем-то, с новыми людьми познакомиться. Вообще девичники всем девочкам нравятся. И девичник, в моем понимании, это всегда тусовка девочек, что всегда ярко, всегда можно поделиться всем, что накипело, скажем так, всем, что нравится, всем, что интересно. Для нас это новый формат. Мы никогда в таких мероприятиях не участвовали. Сегодня пришли посмотреть, нам было интересно. В перерывах между танцами и развлекательной программой зашел разговор о том, кто круче – блондинки, брюнетки или рыжие. Рассудить извечный спор также помогли специально приглашенные эксперты. Женщине свойственно больше интуитивное мышление как способ, вот. А логика, она свойственна всем, и мужчинам, и женщинам, поэтому тут есть мужчины нелогичные, есть женщины логичные, наоборот. Я не знаю, насколько счет блондинок и брюнеток, мне кажется, такая уже тема, мы уже как бы ее, мне кажется, переели, уже обсудили, уже, ну нет никакой разницы, блондинки, брюнетки, рыжие. Спорили громко, но очень позитивно. Каждый остался при своем мнении, при поднятом настроении и бодром расположении духа. Так, впрочем, обычно и бывает здесь, в танцевальном ресторане «Танцор Диско».